стратификация зависит от нескольких факторов: влажности, срок стратификации и температуре стратификации. Вот. Вы описали, надо было вам инструкцию, вы замечательно написали прием, он вполне нормальный. Вот, целый холодильник, можно персонально каждую косточку, если половина из них зайдет, уже результат великолепный. Вот, уже. И тем более, что он почти беспроигрышный. Так? Вот. Но ваша задача, самое опасное здесь будет так, рано зайти. Делим на три части. Рано взошли часть из них. Значит, не дай бог потом вынуть придется. Но как можно позже. Желательно даже взошедшие, которые проснулись, сохранить аж до высадки. Потому что многие переносят на подоконники. Прекрасный рост. Чуть ли не полметра, это точно, а то могут и выше быть. После высадки все это погибает. Поэтому проснулись, держать в холоде. Не давать развиваться. Это я немножко уточняю ваше же. Потом, кому надо, просите подробнее сами. Время сэкономим. Второе, это те, которые не проснулись, пришла пора высаживать. Вот, прогрела земля, садите. И третье, которые, это самое, ну, несмотря на все ваши попытки задержать рост, у меня такое было, холодильник не лучший вариант. Вот. Хорошо, он у вас свободный. Там можно сохранить при определенной стабильной температуре. Там те, кто держит в обычных холодильниках, куда за день 20-40 раз залазят, там уже там раньше всходят семена, вот так скажу. Так, давайте следующий вопрос. Вообще вы умница и предложили прекрасный вариант. Так, мне вверх листать, наверное. Черт знает. Добрый вечер, всем привет. Так. У меня с сливом ассорти 2,5 года пошли отводки от корней, загущает крону. Если буду вырезать, сажень заболеет или нет. Во-первых, отводки от корней, так, вот, вы хотите сохранить штамп. Надо как можно раньше. Тогда они безболезненно переносят то, что их просто-напросто в наглую оторвут. И не ждать, когда вот как на том саженце показывал, там, допустим, толщина отводками, это уже толщиной, допустим, палец, это уже болезненно. Вот. Поэтому, чем раньше, да, надо отковыривать, но чем раньше, тем лучше. Вот. Прислал абрикос долинный латинкой, получил 3 абрикоса от питомника. Корневые системы разные. У долинного толстый прямой красноватый корень, а у абрикосов из питомника мочковатый серый корень. Вопрос, а что прививает абрикос у питомника? Я звонил не только перекупщикам на рынке, говорю, на что привито, ни разу ни один не знал. Это понятно, торгаш. Вот. Питомниках не отвечает. И вы хотите, если мне не говорят, что я вам скажу. Вот. Здесь проще, на моем сайте есть сайт Латинкова, это легко на него добраться. Или просто найти его в этом интернете. И это, значит, толстый красноватый корень, так, ну, значит, скорее всего, Латинков привил на абрикос. А если не на абрикос, то спросите у него. А вот, допустим, питомник. У меня там фотография огромного, с крупнейшим питомником страны, огромная деляна с этими, с однолетними сеянцами бисеи. Ну, что такое бисея, вы, конечно, знаете, но как же, это всего лишь это, песчаная вишня, да? Вот. И этот питомник многие годы прививает на абрикосы, на этот самый. Так. Вот. Возможно. Возможно. Что, и сейчас он до сих пор это делает. Почему? Года 5 назад, 6, ко мне обратились они с просьбой прислать косточки абрикоса, мол, нам надо на подбой. Ну, им надо, чтобы за бесплатно, а у меня косточки абрикоса дорогие, мы в цене не сошли. Вот, и они продолжали, у меня там своя разведка, они продолжали прививать на песчаную вишню. Песчаная вишня, максимальный рост, вернее, цитирую, рост это кустарник 2-2,5 метра. Ну, абрикос у меня, это гигантское дерево, да, ну, не гигантские, культурные они поменьше, чем манжурец. Я вам, помните, даже учил, это тоже считайте, что тема абрикосовая.
Вот выросли у вас 20 штук там с моих косточек. А все разные высоты. Вот считайте те, которые повыше, те дичее. Которые пониже, те культурные. Не считая того, что надо еще по этим, по листьям определять. Но я сейчас о другом. И о том, что если, не дай бог, вам продали еще там вот этот мочкообразный серый корень, да, ясно, что это уже не абрикосовые отчеты. Но еще раз говорю, кроме абрикоса прививают на алычу, прививают на сливу, прививают на эту самую, на вишню, как правило, вишню, эту, как ее, господи, на вишню, на терн и на вишню песчаную, как я сказал. Самая распространенная песчаная вишня. Допустим, это она. Я, Железов, за последние 20 лет активной деятельности, когда начал печататься, я за все эти годы мне прислали единственную фотографию абрикоса, привита на войлочную вишню. А, вот еще войлочная вишня. Тоже прививают. Так, на войлочную вишню. Единственный случай, она была довольно усеяна абрикосами, плодами, это единственный случай. Я не обнаружил ни одного взрослого абрикоса, привитого на песчаную вишню, на бисею, при том, что количество проданных за все годы, наверное, уже не десятки тысяч, если брать все питомники. Абрикосовый подвой, дефицит страшный. И они халтурят. И получается, 1000 продали, проходит 2-3-4 года, 1000 мертвых. Почему? До сих пор ищу. Вы знаете, сколько таких заявлений делал? В газетах сотнями тысяч экземпляров. Пришлите мне хоть одно это. Обращался к питомнику, обращался к ученым. Пришлите мне взрослый абрикос, привитый на это. Нету. Вот. Я вас, надеюсь, огорчил. Вот. Надеюсь, это такое слово немножко, может, издевательское. Вот. Потому что чудес не бывает. Так. Теперь дальше. Здравствуйте. Имеются косточек сортов, от которых ядро не горчит. Знаете, в чем дело? Я все не пробовал. У меня всегда было немерено именно манжурского абрикоса. Он там, с востока, там, где древний народ Джиджени занимался садоводством, и если верить легендам, ни одного больного раком. Вот. И хотя есть косточки послаще, допустим, европейцы, да, они слаще, я принципиально, у меня есть специальный этот самый, раскалывать косточки, вот, и я использую небольшого размера этот самый газовый ключ, или как он называется, все, и я ем только косточки манжурца, потому что мне их не жалко, мне их сильно много, я их даже продать не могу обычно, сильно много. Так, с праздником, Рязань, так, ну, мне нравится, когда идет переписка, здорово. Так, абрикос Серафим за сезон. Если Серафим, скорее всего, мой. Ну что, нормально? Вот. Серафим у меня вырос почти весь под банками и бутылками. Тогда получается, что человек ответил за меня. То есть он брал косточки, садил. Так, и накрывал банками. Я вижу большинство темных, это хорошо. И у меня, когда я укоренял смородину, укоренял жимолость, укоренял шелковицу, я использовал банки темные, потому что под светлыми сгорали. Только листики появятся и сгорают от жары. А время укоренения июль-август. Так, смотрим дальше. А тут написано погибнут под банкой 100%. А у лоцмана, получается, не погибло. Так, ладно, и сейчас я переписку между двумя, там, допустим, не буду, это сами прочтете. Так, когда между собой. Так, двое в драку, так. Видите, здорово, что люди переписываются. Вот, так что. Я переписку не мешаюсь. Не хочу быть умнее других. Как говорил этот ученый, не будьте сильно умными, будьте умными в меру. Посоветуйте, как сохранить саженцы, которые не успели посадить. А, да, у вас в Новосибирской области выпал снег, да много снега. Это факт. Так, ну, давайте так. В Новосибирской области под снегом обычно земля не замерзшая. Бывает редко-редко, когда мороз, земля промерзла, а потом снег. У вас чаще всего, у меня же огромная литература, переписка.
Вот. Там бывает так, что снег разгребешь, а он еще не... Земля мягкая. Она бывает мягкой до Нового года, чуть ли не до весны. Это именно свойство там, где много снега, а и ложится он на сырую, теплую землю, скажем так. Вот. Если это так, отгребите, попробуйте посадить. И спасать надо как? Если уж совсем, ну, раз уж так влипли, тогда, значит, разгребите пошире, разожгите костер. Вот. А таяло там, ну, то есть, если промерзло, первое, даже у вас все только первые дни морозов. Вот, корка, пробить не можете, а костром оттаете, все-таки садите. Прикоп делайте вертикальный, по железу, мы это проходили. Если что, пришлете мне индивидуальное письмо, я вам потом вышлю фотографии, все станет ясно. Мои фотографии хороши тем, что к ним даже текста не надо. Почему среди абрикосов в вашем саду не было абрикосов в селекции Байкалова? Дело в чем, если вы помните, я не могу не ответить на этот вопрос, но он относится к временам морали. Дело в том, что Байкалов был очень, как бы сказать-то, такой характер у него был. Он всюду воевал со всеми. Всюду со всеми. Вот, ну, просто характер такой. Для него, когда я появился вдруг, это стало настоящим оскорблением. Я подчеркивал всегда, самые высокие в мире абрикосы Байкалова. Вот. Почему? Потому что они у него воспитывались в более жестких условиях. Вот я восполнял эти чем? Прививками. Просто мне повезло с подвоями. Вот, чтобы сравняться с Байкалом, да? Вот. За свою жизнь я Байкалу не сказал ни одного плохого слова. Вот, с Байкалом я обнимался на московской конференции, где его аплодировали, а меня выгнали. Вот, потому что я начал критиковать то, о чем вы сейчас увидите. Вот. Но получилось так, значит, я не имел морального права, потому что, знаете, вот сейчас современные ученые, это мне написал Ребрик, называют вас проходимцем, то есть московские. Ну, наверное, пошло от Байкалова, это он прямо в газете напечатал, что эти фермеры, я тогда фермером был, называл, а моя фамилия еще одна, они являются проходимцами, вот. Я, естественно, у меня не было морального права, мне не было даже интереса. Самые крупные абрикосы Байкала, они среднекрупные, а я всегда гнался за этим. Ну, оставался я там, допустим, выписал с Европы, например, там, Дар Небес. Ну, среднекрупный, вкусный. Дерево растет, и все, ну, и пусть себе растет. Вот, но я старался покрупнее. У меня, они вначале никакого интереса не вызывали. Вот, я организовал экспедицию к нему, Красноярское телевидение. Видели такой отчаянный фильм с умирающим человеком, это моя заслуга. Я отвечал на его эти самые такие выпады только добром. Это мой принцип с тех пор, как я стал верующим. Как я стал верующим, побывал на том свете. Теперь для меня сомнений нет. Вот. Что просто следующая жизнь существует, я там был. А так просто, ему было просто, я пытался понять его. Почему проходимец? Ведь я же писал то, что в моем саду, я же не выдумывал, фотографии я не ездил в Крым снимать. Вот. Ну, я так понимаю, обида страшная. Он потратил 50 лет, а у меня первые же прививки, результаты оказались, по крайней мере, не хуже. Через несколько лет. Видите, почему так вышло? Вот. И мне было бы обидно. Это как это самое, один яму копает лопатой, а потом 50 лет. Тут же подходит экскаватор и там это самое за пару дней выкопал такую же яму. Вот это обидно, я его понимаю. Вот, поэтому их нет, и потом не было и смысла. Зачем мне заниматься селекцией Байкалова, продолжать это дело? Я уже убедился в одном. Значит, без прививок нельзя сохранить качество. Несколько поколений, я применил слово не дичание, а приспособление, они измельчают до крайности. А прививать, меняется их структура, пусть не сразу. Я знал, как сохранять, я еще 15 лет назад первое написал. Все абрикосы у меня с одного по двое дерева, называется маньчжурский абрикос, патриарх назвал. Оно теперь имеет имя собственное, это величайшее достижение. У меня в гостях был Дускобилов. Он как бы был подушкой между мной и Байкалом. От него получал эти самые упреки, а от меня получал Дускобилов семена и черенки. Вот. И он сказал,
ваш манжурский абрикос, выдающееся явление, больше такого в Сибири нет. Ну, как должен реагировать Байкал? И вот получится, хотя я тут не виноват, я просто купил у саженец у этого, уже забыл у кого. Так вот, значит, они изменятся, если я буду прививать, все равно, и они перестанут быть байкалским. А мне интересно было, я привозил этот самый веник с черенками с Украины, наверное, это было интересно. Вот я коротко ответил. Вот. Жаль, что так получилось. Жаль, жаль, жаль. Так. Кому нужны мои фильмы, вот тут упоминаются. Пожалуйста, пишите на электронный адрес. Тут же вышли все 300. Так, Темеров. Посадил абрикос по вашей методике в Санкт-Петербурге на холмик. Половину саженца обрезал. Второй лет цвет прекрасно растет. Много пустилось боковых веток. Дерево здоровое, листва крупное, зеленое. До сегодняшнего дня. Можно ли дерево как-то укрыть на зиму? Нет. Мороза оно не боится, укроете, сгниет. И надо ли садить второе дерево для пыления весной, когда зацветет? Спасибо. Вот. Желательно не два дерева, три, пять, восемь, десять. Так, все, ребята. Прошло 2 часа 14 минут. Я из-за вас. Мне бывало и по 3, по 4 часа я говорил без остановки. Но понятно, что я только смог прокомментировать и отчитать фотографии, приготовить для этой темы. Дальше фотографии пошли уже более практичные. Более. Но вы сами виноваты. По сейчас я отвечал на ваши вопросы прошлого созыва. Ну что, будем прощаться. Я надеюсь, вас убедил. Опять про эти самые, напомню, как этот самый Петросян, который рекламировал шпингалеты, будучи в этом самом на поле чудес, помните, смешной рассказ. Я еще раз про свои шпингалеты. Вот. У меня абрикосы скоро начнут кончаться. Нет, их много, но если этих еще можно, хватит до Нового года, может дольше, но это попроще, у них урожайность выше. Там сеянцем амура много, допустим, ну, ты прибей. Ну, подвойные. А, кстати, сеянцы амура могут вырасти крупнее, чем дерево материнское, так? Вот. Сыновья манжурца. Это уж 100% идеальные подвои. Они совместимы с культурными. Великолепные. Ну, а сами культурные, это, как сказать... Какие-то будут мельче, какие-то, может, и больше. У них рядом благородные отцы. Поэтому мой совет. Ну, надо как лотерейные билеты. Эти. Всех хотя бы помаленьку. Это от души советую. Потому что, ну, все, ребят, все. Если завтра со мной что-нибудь случится, а Юрий Васильевич Бродский, он же последний год, он не скрывает этого. Я вам еще что скажу, это ужас какой-то. Он меня этого не уполномачивал. У него мало того, что он пережил кризы всякие эти самые, и онкологию, и операции, и непонятно как еще жив. Он сейчас только отказался от операции, подписал бумагу, отказался от операции. Мы должны были ноги отрезать, ноги чернеют. Вот. Я уже не говорю там это самое. Там, типа, пожалейте с протянутой рукой. Вы купите его косточки. Вы выручите мужика. Понимаете? Вот о чем речь идет. Это получается, что ему благодарны еще будете. Я вынужден об этом говорить. Он меня не уполномочил, еще раз говорю. Это говорит от души. Вот. Имея такое это, богатство. Умирать без лекарств. Представляете? Извините, что я испортил настроение под самый конец. Все, друзья, давайте заканчивать. Теперь так, уже точно я уже убедился, что большинство все-таки за пораньше. И сибиряки особенно. Даже для уральцев поздновато. Вот. Как любят женщины. Сериалы подходят, прощай, все. Готовка, стирка, глажка. Вот. Европа тем более. Давайте будем встречаться в 17 часов по московскому времени.
17, также по субботам. Вот, я надеюсь, что я вас это ничем не огорчил. Хотя отклонялся от темы, но дело в том, что вопросы есть глобальные. Вопросы обрезки. Вот. Самое страшное вот эти вот. Да так хочется, чтобы пора наше северное вот это садоводство на юг двигать. Вот когда будем говорить про вишни, когда будем говорить про груши. Груши боятся сырости, как абрикосы. Вишни загубили все. Это самое, все вишневое стадо. Ужас какой-то. И тут же невостребованные косточки, вон они лежат. Вот так что и будет о чем поговорить. Ну, спокойной ночи, друзья. Со многими не прощаюсь, кто будет писать мне в гостевую, кто будет задавать вопросы, кто будет делать заказы. До свидания.